Говорили мне, что если долго-долго идти на запад, там среди гор будет древний лес, что не подпускает людей. Владение лесного бога. Люди собрались в стаю. Скоро они придут сюда со своим огнем. Мы пришли, чтобы защитить лесного бога. Но неужели лес и люди всю жизнь должны воевать? Зачем ты помешал мне? Ты прекрасна. Что ты затеяла, Ситака? Я решил взять ее судьбу в свои руки.